выбирать, с кем будет утро. Зая, вот у меня к тебе такой вопрос. С кем бы из вообще блогеров, артистов и, ну, типа, давай такой вот так поставим, чтобы мне тоже было. Да я вот так вот снимаю, у меня просто рука уже затекает. Короче, с кем ты хотела... Я просто хочу комментарии читать. С кем бы ты хотела познакомиться? Либо, ну окей, либо не познакомиться, но ты совсем уже знакома. Типа, с кем бы ты, возможно, предполагала, либо, ну там, могла увидеть отношения? Ну, короче, с кем бы ты хотела встречаться, грубо говоря? Ну, не то, чтобы хотела, ну, просто, типа, когда такая, ты, знаешь, смотришь бы... на чувака и думаешь, ну, в целом, типа, он норм, ты, ну, ты бы смогла с ним, типа, встречаться там или, ну, не знаю. Блин, я не знаю. Ну, с кем? Ну, типа, ты... Просто чат? Типа, чат, как думаете? У меня не было такого, чтобы я... Давайте я с кем-нибудь зашиперю. С кем меня можно шиперить? Я вот даже не знаю, с кем, знаешь. Да вот я тоже не знаю. Типа, ну, знаешь, ну, честно, ты бы очень хорошо мэчилась, знаешь, с кем? С корешем? Да, ну, мне кажется, да, я не знаю, вот клянусь, я не знаю, но мне так кажется, типа, я вас почему-то представляю. Чат, вы, ну нет, не знаю. Да, я почему-то представляю. Фу, почему? Это вы про что пишете, я не понимаю. Потому что они только с Равшаном меня видят. Хорошо, а, точно. Ну, давайте кроме Равшана, окей, то, что у нас мэтч с Равшаном произошёл. Как они... Все, ребят, я поняла, Равшан это топ-1, и, естественно, Эвелина будет с ним. Я тебе уже парня нашла, чистил. Кто бы подошел... Куэртов пишет. Кто бы подошел Эвелине? Ну, Куэртов, ну, кстати, возможно. Первое место Равшан, второе место. Кто второе место, чат? Ваше слово. Кто второе место? Как его зовут? Куэртов? Да нет. Не, ну вообще в теории, типа, ты красиво посмотрела с Кортом. Ну нет. Или он уже не стрелял? А как ты меня Жужо видишь? А я вообще, ты чем думаешь? Жужо сейчас очень такой... хорошо подкачался, кстати. Ты просто кого-то вспоминаешь, говоришь? Нет, Жужо реально хорошо подкачался. А он сейчас уже не подкачался, он дома сидит. И что? Уже полгода. Хорошо, ладно.